Всем привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня 6 января, и в Алании стоит очень странная погода. С утра шел всю ночь, и последние 3 дня, или даже 4, шел очень сильный дождь. С утра шел град. А сейчас, когда мы вышли на улицу, выглянуло солнце, и посмотрите, какое чистое небо. В общем, январь в Алании — это что-то. Сегодня воскресенье, и мы с Айханом едем делать кое-какие покупки, просто погулять, и покажу вам, что же, как выглядит Алания 6 января. В январе месяце какая-то у нас погода. И вам очень повезло, потому что вы не видели этот град и дождь. А сейчас солнечная, классная погода. Вот такой вот небольшой парк у нас здесь есть, мимо которого можно пройти. И прям по прямой через 5 минут вы уже будете на пляже. Остановки выглядят вот таким вот образом. И что же у нас на улице? А на улице у нас... Всю неделю шел сильный дождь, и мы стоим с Айханом, ждем автобус. Вот в таких маленьких будочках продают семиты. Семит сейчас у нас стоит лиру 25, булочки различные, можно с сыром, с медом, можно купить воду и сок. У каждой остановки, практически в каждом квартале, есть такие небольшие будочки. Мы с Айханом уже сходили в магазин, купили целый килограмм лукума. Для чего он нам, вы узнаете в ближайшем будущем. А сейчас идем в сторону моря. Мы в районе Оба. И сейчас отправляемся в район Клеопатры. В общем, сейчас пройдемся по набережной. Солнце светит, на солнце жарко, но как только заходишь в денечек, достаточно прохладно. Поэтому, друзья, приглашаем вас вместе с нами прогуляться по январской Алании. Как я уже говорила, сегодня 6 января. Сейчас мы проходимся, прогуливаемся по тихим улочкам Оби. И, друзья, у обычного дома я нашла, точнее, здесь их очень много, но одно из лимонных деревьев хочу вам показать. Здесь вот такой вот лимонный сад, и зимой в январе у нас все равно распускаются цветы. А вот еще и апельсиновое дерево. Потрясающе. Апельсины уже практически созрели. Но никто их не рвет. Посмотрите, какие сочные. Я не знаю, декоративно это или нет, но красота невероятная. А вот еще одно лимонное дерево. Еще одно. Здесь прям огромный сад с лимонами и апельсинами. Что, котик? А у нас нет покушать ничего. Как только выглянуло солнце, друзья, и народу стало больше, и тепло невероятно. В общем, давайте с вами сейчас... спустимся поближе к морю, потому что посмотрите, какие там невероятные волны. Пляжи начинают уже в феврале будут начинать чистить, потому что за зиму собралось очень много мусора. Но сейчас мы с вами пройдем. И я покажу вам. Мы сейчас находимся в Оби. Помните, кто отдыхал летом, как этот пляж выглядит? Очень тепло, на солнце, прям, как я вам всегда и говорю, когда выходит солнце, даже в январе, в феврале, можно ходить в кофточке, в легкой, но...
Мы идем по направлению к центру. И уже порядка получаса находимся на солнце. И очень жарко, стало очень жарко. Можно гулять. Я видела людей в футболках. Айхан Сиджакман? Нет. Да, стало очень жарко. Полчаса мы уже на солнце, и стало очень жарко. Некоторые, как я говорю, в футболках, в шортах. В общем, как только солнышко выходит, все, Алания наполняется жизнью. Море, конечно, невероятно красивое. Естественно, никто не купается, январь месяц, но очень тепло, на солнце очень тепло. Вот такая вот она разная Алания. Солнце выходит, город становится совершенно другим, начинается дождь, утром был град, и, как я говорила, последние 5 дней шел очень сильный ливень, и город был очень серый, неуютный, дождливый. Прям на улицу выходить не хотелось. А когда выходит солнце, совершенно другое настроение и ощущения совершенно другие. Свернули с улицы Ататюрка, с набережной, свернули в сторону нашего дома. Небо невероятно голубое, посмотрите, просто фантастика. Видны горы, апельсиновые сады тут тоже у нас. И если бы в Алании стояла постоянно такая погода зимой, этого было просто потрясающе. Здесь могу вам показать, как выглядит обычный турецкий район. Здесь жилые дома, небольшие лавочки, магазинчики, есть портные, парикмахерские. И также здесь находится школа. На каждом углу, как я вам и говорила, стоят вот такие вот ящики, куда вы можете сдавать вещи, игрушки, книжки, обувь в хорошем состоянии. Вот так вот выглядит обычная турецкая школа. Здесь дети сейчас в неучебное время, сегодня воскресенье, играют. А в обычный день здесь проходят занятия. Такие школы, обычные школы, есть во всех практически районах, кварталах города. У школ есть сервис, который может забрать ребенка от дома и привезти обратно. К сожалению, для того, чтобы снимать видео в государственной школе, необходимо разрешение брать у Министерства образования в Алании. И это достаточно сложно, несмотря на то, что мы являемся прессой. Поэтому, если нам это удастся, если нам удастся взять разрешение, то мы сделаем, конечно же, репортаж. Ну, а в Алании также есть несколько частных школ, по-моему, 6 школ, и также есть школа, русская школа. Вот такой вот здесь небольшой красивый парк. Когда смотришь сейчас на этот парк, что кажется, солнце светит, и кажется, что когда вот такое вот все зеленое, кажется, что сейчас не январь месяц, а какой-нибудь, ну не знаю, может быть, май или даже июнь, да, в дождливый день в июне. Хотя в июне очень мало дождей бывает. Практически, ну, 5 минут он может пройти и не быть дождя совсем. Здесь, в этом районе, в одном из центральных районов Алании, в основном находятся старые дома, которые будут сносить, конечно же, не все, а те, которые признаны не в очень хорошем состоянии, их будут сносить. Кто спрашивал, бывает ли в Алании осень, да, друзья, смотрите, листья здесь тоже опадают. И прям запахло листьями, запахло осенью. Вот они, желтые листочки. Конечно же, их не так много, как хотелось бы, но все равно вот такая вот красота.
Да, дома будут сносить. Я сделаю отдельное видео, как с момента того, как сносят дом, и до момента его завершения. Сейчас недалеко от нашего дома начали сносить дом. А вот и Айхан. Айхан. Да, сносить дом, и я полностью вам покажу от нуля до завершения. Еще один парк, который уже ведет к остановке, на которой мы садились, когда ехали за покупками. И посмотрите, здесь тоже все зеленое, красивое. Вот такой вот у нас красивый зеленый район. Несмотря на то, что мы в центре города, здесь очень много парков, деревьев и мало высотных домов, а такие в основном малоэтажные дома. Птица, еда для собак и кошек, водичка и вот такой вот красивый кот здесь. Ага. Ай, сколько мы вас? Кель?